Меня люди просили сделать сходку там, типа, чтобы встретиться, можно было со мной и так далее. Но я боюсь, что будет такая же история, как у Граника. Придут 5 человек, и тут хейтеры изобьют меня. Они знают, что нужно артиллерии, но они этого не делают. Честно, так много вещей, которые в этой игре против артиллерии. Да, совсем забыл. Вы можете категорию назначить категорию второго слота для оборудования. То есть обычно у вас огневая мощь первая стоит, а вторая — разведка или живучесть. Свиньи из ВГ не хотят давать здесь мобильность. Очевидно, потому что это самый хороший был бы бонус для артиллерии, но ВГ не хотят ничего хорошего делать для артиллерии, к сожалению. Ну вот, поэтому они дают разведку или живучесть. Ни разведка, ни живучесть, в общем-то, нас не интересует на самом-то деле. То есть нас интересует здесь мобильность. Нам нужна здесь мобильность. Но мобильность, к сожалению, не дают поставить. То есть, если вы посмотрите, какие здесь стоят у меня бонусы, то здесь это огневая мощь и мобильность. Мне нужен слот мобильности. Во всех артиллериях, если вы посмотрите, нагнетатель. 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 То есть, понимаете, мне нужен слот мобильности. ВГ дают самые два отстойных слота. Какой? Вот задумайтесь вообще на секунду. Вот просто задумайтесь на секунду. ВГ дают артиллерии классу, который стоит, стреляет с угла карты, разведку и выживаемость. Просто задумайтесь на секунду. Они дают разведку и выживаемость, живучесть. Сейчас моду переставлю. Вот просто задумайтесь на секунду, какие ублюдки. Посмотрите на это. Разведку и живучесть дают классу, который не занимается ни разведку, ни живучестью даже близко. Они знают, какой нужно дать. Они не дураки. Они знают, какой нужно дать бонус. Но они его специально не дают. Вы понимаете? Насколько мерзкое отношение у них к классу техники. Мерзейшее. Мерзейшее отношение к классу техники. Живучесть. Мне что, под бой поставить нужно сюда? А здесь что, оптику? Нахрена мне ваша разведка? Единственное применение разведки на 10 уровне, я вам сейчас покажу. Вы можете зайти в коня. Зайти в коня, да? Вот здесь поставить разведку или живучесть. И поставить во второй слот не боновый вентиль. Это единственное. Это единственное, что вы можете изменить. То есть, и вентиль станет почти как боновым. То есть, во второй слот вы пихаете вентиль. Вентиль у вас на обзор, как бы, считается разведочным, разведывательным, простите, модулем, поэтому он станет сильнее. Если он у вас, конечно, не боновый. То есть, понимаете, в игре всего 4 типа модулей, да, и они дают 3 из 4 ненужных. То есть, огневая мощь по умолчанию, мне не нужна ни разведка, сука, мне не нужна ни живучесть на арте, мне нужна мобильность. Моя задача не светить, моя задача убегать. Мне нужно, чтобы мой нагнетатель стал боновым во втором слоте. То есть он чтобы давал не 4 км в час, да? А чтобы он давал 6. Или сколько здесь? 6. Чтобы у меня больше мощности двигателя было на артиллерии. Но, сука, они этого не делают. Понимаете? Вот в чем проблема. Они этого не делают специально. Они знают, что нужно артиллерии, но они этого не делают. Ой, блин, ладно, погнали. Не делают, чтобы ты не занимал на арте куст на Прохоровке Первенидина. Не, ну... Это, кстати, справедливое замечание, но... Проблема в том, что... Этот бонус на мобильность нужен в основном артиллериям типа 9.2 или ГВЕ, потому что, ну, они очень медленные. Они и так пострадывают. Этим же артиллериям в древние времена, Т-92 уж точно, понерфили очень сильно мобильность. 9.2 раньше ездила 40-ушку. Потом нерфанули очень сильно. Но опять же, смотрите, для артиллерии, к сожалению, есть плюсы. Да, есть, но их очень мало. Они очень такие, ну, средненькие, маленькие.
Ну вот, для других танков там очень большие, к сожалению. Бонусы, как их назвать. Как себя чувствует британская арта 10 уровня? Хорошо чувствую с этими обновлениями. Лучше. Но опять же, понимаете, проблема в том, что вся артиллерия сейчас, она в лежачем положении абсолютно. Слушайте, на эту карту мы, наверное, вот так возьмем. То есть, вся артиллерия, к сожалению, сейчас на 10 уровнях, она, ну, ощущается как артиллерия 7 уровня по урону. Поэтому, как ты артиллерию 7 уровня не апай, она все еще останется артиллерией 7 уровня. Меня люди просили сделать сходку там, типа, чтобы встретиться, можно было со мной и так далее. Но я боюсь, что будет такая же история, как у Граника. Если вы помните, Граник, когда у него было тоже 100-150 тысяч подписчиков, сейчас у него больше намного, то есть тогда он был довольно маленьким стримером. И... Слушайте, а куда мне стрелять-то вообще? Я поеду на зелень. Он тоже решил сделать под эту сходку. Вы можете у него спросить про эту историю, он ее рассказывал, по-моему, на стриме. И он, к нему пришел только один человек на сходку. Один человек. И он с ним там просидел час или два. Ну вот, и разговаривал. Короче, суть в том, что я думаю, что будет такая же история у меня. То есть, я мог бы, в теории, даже там какую-нибудь, арендовать какую-то кафешку на вечер, да, например, там на 10-20 человек, там, например, чтобы люди пришли, поели там, поговорили, да, пообщались там, пофоткались и так далее. Но я просто... понимаю то, что на такую сходку ко мне придут, ну, не знаю, человек 5 максимум, причем. То есть, популярность стримеров в интернете, она, это одно, да, а твоя популярность в реале, то есть люди, которые готовы прийти к тебе на сходку и так далее, это немножко другое. Ни хрена себе, это что такое? Понаделали им тут камней. И те хейтеры придут, ну, кстати, да. Придут 5 человек, и тут хейтеры изобьют меня. Отдел труб экранов получил премию. Не, в натуре, чуваки, это вообще рофл какой-то. Вот эти трубы, блин, ну это вообще жесть какая-то. Честно, так много вещей, которые в этой игре против артиллерии. То есть они как бы не напрямую снижают мой урон, но косвенно снижают. То есть они добавляют всякие препятствия для стрельбы артиллерии. И за счет этого ты меньше накидываешь урона. Это на самом деле реально влияет по итогу на твой урон средний. Это не прямой нерв такой, да, знаете, а вот он такой косвенный. Боже, какой же звук приятный, да? Тон. Тон. Боже, как же классно. Но я накидал 2800, потому что люди еще пока не сейвятся. Как на любой новой карте, в принципе, я это 100 раз уже говорил. На любой новой карте люди еще пока не знают, куда им нужно ехать, чтобы засейвиться от артиллерии. Месяцок пройдет, и все образумится. Опять начнет стоялого в ангарах. Здесь никто не будет выкатываться. Ну, со временем люди разупрятся. Блин, 63 еду, охренеть. Я знаю, что ты забанишь место Париж, но походу да. Надо ждать, пока Париж переделают.